Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу о такой простой, важной подкормке, которая помогает сделать рассаду крепкой, здоровой, коренастой. Она никогда не вытягивается, очень хорошо растет, ничем не болеет. Ну, в общем, такая особая подкормка, которая помогает нарастить хорошо зеленую массу. Если вы заметили, что ваша рассада хиленькая, слабенькая и плохо растет, вы можете подкормить этой подкормкой, и буквально уже через недельку-две вы заметите, как она быстро стартанет в рост. Ну, давайте начнем. Нам понадобится 1 литр воды отстойной и янтарная кислота. Будет еще одна подкормка. Оставайтесь со мной. Итак, янтарной кислоты нам надо всего ничего 500 мг. Это можно отмерить шприцом. Снимаете поршень и насыпаете 0,5 мл. Небольшая погрешность существует, но ничего страшного в этом нет. Можно взять порошок, можно взять таблетки, можно взять янтарин. Янтарина надо 3 мл на 1 литр воды. Итак, добавляем вторую подкормку. Это аммиак, нашатырный спирт, 10%. Его нам надо 2 мл на 1 литр воды. Все это смешиваем вместе. То есть янтарная кислота 0,5 грамма плюс 2 мл нашатырного спирта в 1 литр воды. Все это хорошо перемешиваете. А благодаря этой подкормке, соединению двух веществ, у нас получается succinat аммония. Это просто потрясающее вещество, которое помогает ускорять рост растений. Также помогает нарастить хорошую корневую систему. Все вы наверняка знаете, что янтарная кислота способствует наращиванию мощной корневой системы. Также помогает нарастить листву у растений, и растение не болеет. А аммиак помогает наращиванию зеленой массы. Соединяя эти два вещества, вы получите потрясающий эффект и рабочую подкормку. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока, всегда с вами Елена.